Вы понимаете, вот если бы мы начали истории так поднимать, ну, был Керенский, был Деникин, был Юденич, был Романов, понимаете? Представляете, были бы они сегодня в стране. Люди, рабочие классы и крестьяне, таким сегодня не чувствовали себя. Если, например, был Ломоносов, который с Архангельской губернии приехал в Москву, то есть закончил академию, сделал такие творения, был, стал академиком. Это единицы. А сегодня при советской власти наших ученых, это же бесчисленное множество. Власть сегодня принадлежит именно народу, рабочим, крестьянам. Тут другого мнения не должно быть. Я пока так говорю. Вы скажите свое мнение. Не, ну октябрь является трагическим происшествием в нашей истории. Довел нашу страну до упора. Вы кем сейчас работаете? Я учусь сейчас. Молодец. Вы хотите сказать, кем бы я был, если бы не было Октябрьской революции? Я рабочим строителем. А, такое ощущение, что вы большой начальник. Интересненько, может быть, я и большой начальник. Я работаю в обкоме партии. А, вот опять же, ну и что? Давайте вести диалог. Давайте вести диалог. А я боюсь, пока боюсь. А почему боитесь? А вы большой начальник. Интересненькое дело. Сейчас демократия. И вы зря думаете, что коммунисты не отдают власть. Пожалуйста, вы же чувствуете эту обстановку, товарищи. Отечество, граждане Советского Союза, в тяжкий критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность. Дорогие люди, уважаемый народ, сегодня мы стали свидетелями агонии коммунистического режима. И он подступается. Кто его отсутствует? Все еще пребывает страх. У меня 5 классного образования. Если мы сегодня простоим дружно несколько дней, мы поможем нашему президенту и самим себе. Если мы поддадимся уговорам людей, которые боятся, которые слушают своих жен. Вот есть такие жены, которые вместо... Вот здесь, слава богу, отличное количество женщин. Вообще наши женщины молодцы. Они заварили кашу в 89-м году. И они поддерживают сегодня наше правительство Ельцина в очередной раз. Даже больше, чем мужчины. И слава нашим женщинам. Но вот мнение некоторых пенсионеров. Зачем бастовать, что мы будем завтра жрать? Товарищи, ну сколько можно жрать и думать об этом? Вы не коммунисты! Было что подисти. Пришли демократы, опустили хату. Все развалили. Разграбили. За границу отправили. Правительство нам добавило 15% уральских. А вы, Ельцин организовал Свердловский мафию. Это мафия горздрава. Зачем вы снимаете это придурка? Надо слушать людей, а не придурка. То, что мы сейчас готовы даже не работать, хотя работа нас обеспечивает материальным существованием, это говорит о том, что мы готовы перейти к тому состоянию, когда можно уже чувствовать себя достойным человеком. Бастуют сейчас, а потом едут в Москву, бросят хлеба. Здесь предан Россию, партию и народ. Он не достоин быть на этом посту. Он ведет все с организацией забастовки, шахты, это все его. Я готовый за партию
отдать чистый кров Ельцин имел 450 миллионов доходу. Доходу. Президенту Ельцину наша поддержка. Претенденту Динаеву скамья подсудимых. И всем его прихвостям. Я призываю, прежде чем принять решение, прекратите свист, подумать, поскольку здесь собрались в большинстве случаев люди антисоветские, которые не признают законной власти и требуют возвращения к капитализму. Победа коммунизма неизбежна. Да здравствует коммунизм! Заря пленительного счастья, и Россия вспрянет ото сна. Но наши имена не напишут. Участники съезда – это коммунисты России. Всего зарегистрировалось 525 делегатов, тех людей, которые приехали на съезд коммунистов России с готовностью на этом съезде учредить Российскую коммунистическую рабочую партию. Интеллигенция, здоровая ее часть, встает на служение рабочему классу, пролетарии, понимаете? Просто идеалом общечеловеческим. Вы знаете, давайте оставим общий человеческий идеал. Устав партии запрещаются амбиции, склоки, вождизм, сектантство. Не альтернативный вопрос, это политически ошибочный проект. Совершенно верно. В принципе, я не хочу даже обсуждать никакие замечания к проекту, который политически ошибочен. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Идет политическая борьба. Товарищ, проект хороший, но не надо же упираться в один из всех проектов. Учли это амбиции. Товарищ, если мы сейчас начнем, мы расколем съезд. Слушайте. Мы собрали 1120 голосов. Как тяжело, приходишь к рабочему, подпиши. Как ты там? Не буду. Нам самое главное сейчас создать партию нужно. А потом вы говорите, Новгород, Ситам. Это потом. Ленин так говорил с точки зрения большевизма. Иван Иванович, вы, кажется, меня не понимаете вопрос. Это вы хотите. Вопрос у нас идет о диктатуре пролетариата. У Ленина, еще раз повторяю, сказано, он задает вопрос, что такое диктатура пролетариата. Верно? Ленин, диктатура пролетариата есть ничто иное, как организационная диктатура пролетариата. Вот что такое советская власть. Он здесь говорит, что... Он только говорит, сказано о диктатуре пролетариата. Почему вы взяли именно это... Потому что во время Советского... Не к социализму. Минуту. А вы берете...